Сегодня я пройду Майнкрафт с огромным количеством новых видов големов из разных блоков. Каждый из них имеет свои уникальные способности. Голем из динамита взрывает все вокруг, голем из губок бесконечно осушает территорию, и самые мощные несеритовые и бедроковые големы делают это, узнаете, под конец серии. Так, Андрей, где ты тут бегаешь? Алло, что ты там по полям бегаешь? Иди сюда быстрее. Тут. Погнали, привет. Короче. Первым делом, что нам нужно будет сделать, это вот эту книжку руководства по экстра голем. Здесь нам надо тыкву как-то добыть и книгу, короче. И там мы уже посмотрим, как крафтятся все эти големы. Из каких блоков их там можно будет сделать. И, кстати, прикинь, там, короче, из грибов можно их будет замутить. И из незрита, и всякого бедрока. Смотри, открывай эту книгу, короче, тыкву. Тыкву. Здесь я нигде тыкву не вижу. Ты тыкву где-нибудь видишь? Я нет. Не-не-не. Тут надо, походу, тыкву в лесу искать, короче. Ну да, давай, короче, смотри. Ищем тыкву, также тростник и коров, потому что с них выпадает кожа. Я бегаю, короче, по полю. Тут одни свиньи. Я даже деревню нашел. Лошади, свиньи, овцы. А, вон, все, я корову нашел. А я тут... Каменный век, тоже полезное дельце. Мне нужна всего одна эта кожа. Нужна, конечно, лучше две, чтобы две книжки замутить. А, у меня все, у меня две кожи выпало. Андрей, я уже первого голема создал. Как думаешь, каким образом? Из кожи? Нет, я, короче, нашел его в деревне. Раз уж я, кстати, в деревню сюда нашел, давайте я посмотрю, ну-ка, что тут внутри. У меня, короче, уже железный меч и всякая тема. Я в этой кузнице нашел, если что, буду этим пользоваться. Нифига себе, три ачивки у меня. Да-да-да-да-да, прям за один раз, прикол вообще. Еще здесь лес с темным дубом, а в нем, знаешь, что спавнится? В нем спавнится... Подожди, где этот лес? Да, грибы спавнится, но я только что его видел, но куда он делал? Вот они, грибочки. А, ну как раз можем сделать ножницы и срубить грибы. Да-да-да, только ты забыл, что эти ножницы... Ты забыл, что эти грибы добываются не ножницами, а шелковое касание нужно. Да-да-да, будем их зачаровывать. Вот, Андрей, смотри, все, я тростник нашел. И здесь сколько штук? Я его первым нашел. 5 штук, а ты еще до этого находил. 5 штук, смотри, подожди. Этого хватит на одну книжку пока что. Давай ты дерево добыл, верстак ставь, что ты стоишь, блин. Да. Все, погнали. Так, сначала вот эту тему, потом объединяю с кожей. Книга есть и тыкву, осталось тыкву нам добыть. Все, я нашел тыкву. Здесь прям даже достаточно, 2 штуки есть, на 2 книги хватит. Но только в крафте этой книги нужна именно выреза. А, нет, подожди, здесь и обычная тыква используется. Да. Все, я руководство скрафтил. Если хочешь, сейчас я дам посмотреть. И здесь можно сделать просто дофигища разных големов. Но прежде чем мы будем создавать их из разных блоков, а их можно тут из дерева сделать и так далее, и шерсти также, которая тут вот прямо бегает рядом. Для того, чтобы нам сделать големов, нужно будет скрафтить голову голема, а тут, короче, используется часть голема. О, кстати, и тыкву тоже, хорошо, что мы их нашли. Слышь, а здесь Redstone. Нужен, да, еще редстоун, чернильный мешок и перо. Пошли это добывать. Кстати, народ, я заметил, что под видосом про незеритовую плюс-плюс броню вы у меня интересовались, какую я использую вебку. И отвечаю сразу всем видео, называется она Logitech C922. А выбирал я ее, кстати, на Е-каталоге. Ведь здесь можно отслеживать цены и благодаря Е-каталогу купить эту веб-камеру или любой другой товар по самой низкой возможной цене. Чтобы это сделать, можно выбрать нужную мне категорию, в моем случае это вебки. Далее определяю, какие характеристики меня интересуют, например, Full HD разрешение, частота кадров 60 FPS, а также автофокусировка. Мне высветило 6 моделей, и что очень удобно, я могу их сравнить между собой. Выбираю интересующие меня вебки, нажимаю на кнопку сравнить, и на следующей странице я вижу, что у одной из вебок есть отрицательные отзывы. А две остальные имеют одинаковые характеристики, на одной цена ниже, поэтому я выберу ее. Перехожу на страницу с вебкой, и вот как раз о чем я говорил. Тут можно отсортировать по стоимости и выбрать магазин с самой низкой ценой. Прямо здесь также можно посмотреть картинки и видеообзоры на товар, благодаря чему можно будет точно определить, этот ли товар ты хочешь купить. Если вам будет интересно, то ссылку на Е-каталог я оставлю в описании. О, я запрошенный портал нашел. Здесь есть обсидиан, правда, я не знаю, зачем он нам нужен. И огнева куча всякого, но может пригодиться потом. И золотые блоки, кстати, золотого голема тоже можно будет сделать. И эти магмовые блоки также потребуются для големов. Короче, я все это добываю. Так, а в ад мы сегодня пойдем? В ад, конечно, разумеется, там тоже есть много блоков, которые нужны для големов. А, ну тогда я спидраню железо ведро. Давай. Так, все, Андрей, короче, я добыл кучу чернильных мешок, пер. Бумажек, мне осталось, короче, редстоун. Ты же в шахте там сидишь, сколько у тебя уже получилось добыть? Ты нашел хоть один? Ну, да, я уже тут 20 штук нашел. 20 редстоуна или 20 руды? 20 редстоуна. Ну, подожди, теперь немного, но вообще... я тут копаюсь. Не, 20 нам как раз таки нормально будет. Так, сейчас ночь, кстати, наступает. А, вроде не наступает. Нам надо сейчас найти друг друга. Ты вообще на каких координатах, блин, я в жопу какую-то убежал. А, все, вон, я вижу твой никнейм. Ну-ка. И вот здесь заброшенная шахта, да? О, здорово, да, здорово. Да. Ты там... Правда, я... Да, тихо! Что ты сделал?
Я не думал, что у тебя так мало хп. Где твой редстоун? Вот твой редстоун, я его забираю. Да, там... Спасибо за редстоун, в принципе, вот. Это все, что мы от вас хотели. И теперь я наконец-то делаю вот эти какие-то... А, части големов, их, кстати, очень много создается. 27 штук, прикинь. И теперь я ее объединяю с тыквами, и ничего не получается. Погоди, я не понял. Понятно. Короче, надо ножницами обрезать тыквы. Все, они получаются такие вырезанные тыквы, семена мне не нужны, я тебе скинул, будешь их клевать там. Что ты мне скинул? Я даже не знаю, куда бежать. Я тебе координаты сказал, беги по ним. Еще один крипер сейчас, походу, твоим ресом пипец был. Давай, давай, заново все. Спасибо за подаренные ресы. Все. Да не-не-не, спасибо за ресы подаренные. Забирай. Все, я убил, я убил. Короче, вырезанные тыквы я сейчас нафармлю быстренько. Все, последняя тыква, у меня их 30 штук получилось. И если я объединю их с этими частями, то будет получаться новые головы голема. Да, они называются, это, короче, как обычные тыквы, только она зачарованная. Но прикол в том, что, если ее поставить, то она, ну, не зачарованная, она просто, как бы, я не знаю, ну, не выглядит со стороны. Ну, короче, обычная тыква. Да, обычная тыква, зачарованная, но она не зачарованная. Блин, короче, я броня? Даю тебе немного големов. Не знаю, где твоя броня, она куда-то пропала случайным образом. Стоп. А, у меня железо куча есть, уж прикинь. Сейчас я тоже себе броню скрафчу, у меня как раз... А, подожди, я не буду броню крафтить. Из железных слитков сейчас мы големов сделаем. А, подожди, зачем нам стандартный голем из Майнкрафта, алло? А слушай, а прикинь, если голема можно из тыкв сделать, тыквенный голем. Да, давай я посмотрю в книжке, ну-ка, такое возможно. Голем из тыквы, голем из тыквы. Не-не-не-не, голема из тыквы нельзя, короче, сделать. Тебя сюрприз ждет, пока ты там сиди. Стой, не выходи, я сейчас тебе сюрприз. На день рождения, ай, блин, не-не-не, чуть-чуть, да-да-да, на день рождения. Ты пока там еду попереплавляй, погоди, прям немножечко. О, я уже слышу по звукам, что-то мне не нравится. Да, не-не-не-не, тут сюрприз прям реально. Прям погоди, сейчас. Стой, ты не вылази, давай, ну-ка. Сейчас. Все, можешь вылазить. Вылазь. Да дебил, чего ты подыхаешь? Не-не-не-не. Я тебя понял. Ты прикинь, она меня такой смотрит, типа, Джойс. А давай я ударю. О, голем, красавчик вообще, умный голем, знаешь, кого убивать надо. Ну-ка, а если я бы его ударил, интересно, он бы меня сам убивал? Говнюк, да не залезешь ко мне, не залезешь. А я застроюсь, Все ж такой жирный, скотина. Голем, блин. Я его ударил. Ух ты, у тебя долбанул, нифига себе. А я его ударил, слышь, ему пофиг, короче, что я его ударил. Сколько у тебя хп? А он тебя поджег, да? Слушай, я знаешь, что попробую его? Можно починить маг? А, все, я его починил. Короче, он бесконечный. Ты охренел. Теперь я могу посмотреть, сколько у него жизней. Смотри, у этого голема, я точно не знаю, сколько здесь сердечек, но достаточно много. Я помню, если мы сейчас деревянного голема замутим, короче, то у него будет всего 6 сердец, по-моему. Мне пофигу, я его убью. Ладно, давай я тебе помогу. Давай, ладно, бедный голем. Убил свою... Я посрался. Такие маленькие гремы на меня побежали, я чуть в штаны не наложил. Меня тоже бьют, гад. Я тебя породил, я тебя и убью. А давай из верстаков сделаем. Это, короче, будет переносной верстак. Иди сюда наверх, поднимайся. Смотри, сейчас что будем делать. Подожди, подожди верстак. Ты что это там? На кого нужен твой верстак? Смотри, у нас сейчас переносной верстак будет. Смотри, по идее, можно такого голема сделать. О, вау, ты просто прикинь. Да, можно нажать и скрафтить что-то. Големка, ты куда? Его не бьем. Я надеюсь, он кастрированный, не будет на нас нападать. Сам ты, блин, кастрированный. Следующее можно из печек. Из печек можно голема замутить, прикинь. Смотри, давай попробую. Смотри. Ну-ка. Шазам. И вот так. А ну попай. А, понятно. Ну-ка, и что, плавать можно? Плавить? Слушай, короче, нельзя. Плавить нельзя. Но можно его этим углем запитать. У тебя уголь есть или досками, по-моему? Да. И у него, по-моему, больше урона будет. Или то ли больше жизни. Все, я наверх выбрался. Я, короче, здесь добуду еще немного листвы. А зачем мне вообще так много надо? И теперь я сделаю лиственного голема. Андрей, где там вообще ходишь? Да я еще в шахте, вот тут с големами своими тусуюсь. Да, красавчик вообще. Ты там добудь это, знаешь, золото и железо. Алмазов тоже, если найдешь, будем сейчас вот этих всех големов. Да, давай. Короче, у лиственного голема, чтобы ты понимал, у него есть регенерация. Ну-ка, здесь, кстати, можно смотреть их способности, типа. Сейчас я найду лиственного голема и... О, здесь можно это тыквенный арбузный голем, прикинь. А, реально тыквенного голема можно создать, прикинь. Он медленно лечит себя и садит цветы. Да, лиственный голем это вообще, короче, самый простой. У него просто регенерация дается и, типа, у него будет... жизни восстанавливаться. А, и он меня тоже бьет, гадюныш такой. Следующий сейчас я попробую сделать. Да, я его ударил. Голем, помогай! Здесь... Стоп, что?
Стоп, подожди, здесь угольный голем. И грибной голем, подожди, в деревне. Этот до сих пор за мной бежит. Я их, походу, слушай, у них натуральная генерация. Их можно даже не создавать, они сами спавнятся, отвечаю. Вот здесь угольный и грибной, блин. Мой самый любимый голем. Андрей, ты должен это увидеть. Здорово, голем грибник называется. И сразу же я солому встретил. Короче, я и солома сейчас. А, здесь, подожди, здесь уже подготовлена для этого всего структура. Ну-ка, я вот так солому поставлю. Опля. Да, и соломенный голем. Сейчас я посмотрю, какие у него способности. О, соломенный голем, короче, может выращивать близлежащие культуры. У него типа костная мука. Он иногда ходит, и костная мука у него активируется. Ну-ка, сейчас я за ним понаблюдаю. Ты прикинь, что может грибник-голем делать? Ну-ка. Он может бесконечно выращивать грибы. То есть он ходит, и, видимо, да, вот тут грибочки, короче, разные появились. Это он их понасажал. Вообще прикол. Прикинь, бесконечная ферма грибов. О-о-о. Все. Все, да. Ну, это по твоей схеме. Моя любимая, да-да-да. О, ну-ка, мы сейчас посмотримся друг с другом. Ну-ка, голем, зари. Мы братья, не единокровные, сводные братья. Блин, мне просто интересно, насколько же крутые способности будут у самого последнего голема. Ну-ка, давай я посмотрю, у Назаритового. Нет, конечно, это не самый последний, потому что бедроковый, да, самый жесткий, это бедроковый. Но бедроковый нельзя скрафтить, а Назаритовый можно. У него аж 300 сердец, здоровье, огнеупорность, взрывоустойчивость, сопротивление и атака 28 урона. Короче, это вообще бешеный голем. Но чтобы его скрафтить, ты сам понимаешь, там пипец, сколько нужно древних обломков добыть. Я глину нашел. А ты знаешь, что это значит? Это значит, что из глины можно еще одного голема. Ты прикинь, короче, я сейчас голема попробую под водой заспавнить. Интересно, это можно сделать? Ну-ка, я ставлю две глины, так, третье и под... Да, под водой можно голема заспавнить. Я еще один, короче, нашел заброшенный портал. Мне это, походу, молодец. Не надо будет ничего делать, я сейчас его просто дострою. А, нет, здесь плачущий обсидиан. Слушай, алмазная кирка прям нам очень нужна. Сейчас я еще кучу обсидиана нашел, пипец. Слушай, что я туплю? Давай, короче, спидран по Майнкрафту активейтед. Да. Ты что, я тут вообще, я дрем просто. Не, стой. Да, кто первый? Я первый. Че, так, ты уже все в этот попал? Да. Нифига себе, ты быстрый. Спидран по Майнкрафту. Андрей. У меня портал 2-2 получился. Ой, блин, еще и дождь начался. А, слушай, кстати, ты нашел алмаза, а я этот портал замутил, ну-ка. Хочешь достижения? О, да, красавчик вообще. Слушай, если ты сейчас накопишь на 4 блока, то вообще будет офигенно. Давай ты в шахте, короче, сиди, а я сейчас, короче, нафармлю этот самый ресурс в аду всяких ресурсов. Да. Так как раз золото покопай. Да, точно, я золото покопаю и еще остальные свет так. О, я прям чуть не упал, сейчас ядрить мне повезло. А, кварц, тоже кварц потребуется. Крепость прямо рядом с порталом заспавнилась. А в крепости надо что-то? А, по-моему, там да и не надо особо ничего. Офигеть, да, блин, почему так на спидранах не везет? Короче, не знаю, как ты, но я забыл то, что у нас же была шерсть. Ну-ка, я прямо здесь в аду попробую сделать шерстяного голема. Да, его тоже можно, и причем из разной шерсти, по-моему. Ядрить, это, наверное, самый криповый голем, блин, костяной. Ты потом посмотришь, пипец, как выглядит. О, квартик. Все, я 16 кварца добыл, ну-ка делаю блоки. И сейчас, ты прикинь, блин, пока ты, короче, там подыхаешь, я уже четвертого или, нет, третьего голема в аду создаю. Кварц, нет, газ стреляет. Куда он стреляет? Слушай, походу, ты реально где-то рядом. Да, я слышу, как газ стреляет, но только я твой никнейм не вижу. У шерстяного голема нету вообще никаких дополнительных особенностей, понятно, у Андрея там супер весело. А сейчас я посмотрю, ну-ка, у других, которые я сделал. А, угольный голем, кстати, прикинь, какое описание угольного голема тут написано, что он, короче, не видит. Просто голем слепой. Даже голем крот чисто. Ну, понятное дело, из угля. И у кварцевого голема тоже нету способности. Не, короче, я, слушай, фиговых големов создал, ничего не... А, они там уже драться, короче, начали со скелетами. Я сейчас хочу из светокамня сделать, потому что он может освещать территорию, это уже что-то новенькое. Слушай, из обычного обсидиана, интересно, можно создать? Ну-ка, давай я попробую, все равно он мне уже не нужен. И... Да, из обсидиана тоже. Он, наверное, супер прочный, у него 60, да, жизни. Если я его ударю, то... То будет больно. И ну-ка, по-моему, после смерти... Слушай, этот обсидиановый голем как будто тоже слепой, он на угольного похож. И вроде да. И после того, как они меня, короче, убивают, голема, персонажа, то все, они трогать больше его не будут. И нет, туда мои доски упали, а я вниз не хочу спускаться. А где ты? Эй, Ваня! Андрей! Ваня! Вот, алё, здорово! Ваня! Здорово! А, понятно. Все, короче, я светокамень давай добываю. И, я уже его добыл. Этот голем будет освещать себе территорию. Давай, смотри, это как знаешь, это показывает путь. Ну-ка. А, ну в аду-ка. В аду, правда, очень сложно это будет распознать, что он освещает. Но он реально освещает, я тебе отвечаю. Я, короче, знаешь, что сделаю? Я, короче, голем.
ты видел, да? Во-во-во-во, давай из багрового стебля. Его, по-моему, тоже из него можно делать. Да, давай добываем. Какой красавчик. Давай посмотрим, какие у этого голема способности. Ну-ка, а, вот он в самом начале. У него огнеупорность, и он сажает багровые грибы. Он тоже, короче, грибы плодит. А, вот он, по-моему, первый. Слушай, а если у него огнеупорность, погоди, давай его в лаву попробуем скинуть. Три, ну-ка, давай, проверка. Реально ли у него огнеупорность или нету? Ред, тихо! Я чуть не упал. И... Ну? Реально огнеупорность. Так, все, аккуратно, все. Я не хотел тебе скинуть. Не хочу. Я же огнеук засранец. Смотри, Андрей, во-первых, у меня каким-то волшебным образом в инвентаре материализовались 4 лазуритных блока. Что ты ломаешь этот блок? Он просто так тут стоит, не надо его ломать. Потом 4 книжные полки, 4 лазуритовых блока и алмазные, прикинь, Андрей. Да что ты сломал? Иди отсюда. Я предлагаю, что нам нужно каким-то образом найти портал в край и там заспавнить всех этих големов, и чтобы они убили дракона края. Ты согласен? И только слушай, давай попробуем найти этот портал. Наверное, вниз надо копать. Андрей! Эй, прикинь, опа. Смотри, здесь все, какая-то пошел. Дырка. И там внизу прокопано. Смотри, там что-то похоже на это. Давай, ты первый десантируешься, смотри, ну-ка ты проверь. Да подожди. Не, стой, давай, надо рассчитать теорию полета. Давай, теория высота. Полета, рассчитай теорию полета. Сейчас я помогу тебе рассчитать. Ну-ка, я. Почему понятно. Это так работает? Все, Андрей, все, мы в краю, погнали наверх, вылазим. Педро, помой кровь. Че тебе место мало? Жирный, блин. Че место мало, Алё, вот здесь нельзя копать? Че ты меня бьешь, говнюк? Все, Андрей, я на самой верхушке. Слушай, у меня есть лук, так эндермены не загрели. И, короче, давай прежде всего мы заспавним этих големов и посмотрим, как они будут убивать дракона. Где ты там? Че ты в жопе как? Давай, я первого голема строю. Не, давай, короче, этот назеритовый будет под самый конец. Не, самый конец будет бедроковый. А, ты уже начал. Блин, даже не можешь дождаться меня. Да, точно, давай. Выставим, давай, короче, сразу. Вот эти раз. Нас десантируют, стреляют всякую какашками. Ой, да, нет. Какашками фиолетовыми. Давай, да, ты прям классно придумал. Вот эти все блоки поставим. И теперь последний лазуритовый. И давай, ну-ка. Медовый голем, смотри, как они поперли. Ну-ка, давай всех, стой. Я хотел лазуритовый вообще мощь. И что мы убили. Гля, ты посмотри, что они творят. Вообще бешеный голем. Стой, ты из плачущего обсидиана не активировал. А, слушай, один уже сдох. Я не знаю, какой именно. Ты прикинь, и сот, он спавнит пчел просто. А, реально, они атакуют, точняк, он спавнит пчел, и они должны атаковать, по идее. Вот насколько я... Да я сейчас сдохну. Андрей, давай заспавним самого крутого голема. Не, подожди. Бедроковый заспавним, чтобы... Да я не знаю, он у меня в инвентаре материализовался сам по себе, прикинь. Давай сначала мы уничтожим вот эти кристаллы, чтобы дракон не лечился. И, короче, посмотрим, насколько быстро сейчас эти големы будут убивать этого дракона. У меня одна стрела была, оказывается. Те кристаллы мы разрушили. Короче, Андрей сейчас пойдет в бой тяжелая артиллерия. Ну-ка, дракон будет снижаться. И как только он сюда на обычную свою точку понизится, то эти големы его будут убивать. Ну-ка, и големы. Да, смотри. Назеритовый голем уже пошел. Он отталкивает големов, но они все равно. Смотри, они к нему подходят и немного его некоторые получают. Давай попробуем, короче, голема прям под этим заспавнить. Тогда он будет доставать. Ну-ка, я алмазного нет, он его откинул. Финишная прямая. Я попробую сейчас заспавнить бедрокового голема. Ну-ка, давай посмотрим. Это самые жесткие. Я его могу только в креативе спавнить. Окей, придется бы немного почитерить. Он откидывает, но у этого бедрокового голема бесконечное количество жизни. Да не, они вообще до него не достают, алё. Да вообще что-то капец. Ну-ка, если вот сюда их. Давай заспавним этого скелета и сушителя. А это посмотри. Не, это знаешь, как чайки. Дай. Ну-ка. Да, они сносят урон. Ура, хоть кому-то они могут его сносить. Все, давай дракона, короче, добьем. Пофиг, големы будут визор. А я его убил, нет. Да! Кто? Да ты гад! Я его добивал в самом конце. У меня пульсируется. 10 одноклассников против 1 11-классников. И смотри, главное, он в одного стреляет, только в назеритового. Ладно, все, прыгаем в портал, хоть и в креативе. Ну а с вами был Ванчило, куча големов и Андрей. Всем пока, ребята. Всем пока. И на мой канал подпишись. Ты забыл оформить под подписчиком.